Врать хорошо или плохо? Врач хорошо. Врать. Это плохо. Плохо. А врач хорошо. Кто лжет, тот потеет, и у него лицо краснеет. Допустим, кому-то сказали что-то, а он думает, что это правда, а оказывается, там ничего нет, будет обидно. А вы сами о чем-нибудь врали? Да. Нет. Мне мама говорила, ты сегодня читала, а я говорила да. Представители каких профессий врут чаще? Продавец иногда врет то, что... Ну вот, например, кто-то попросит что-то, а он говорит, что нет, а на самом деле это есть. Есть плохие строители, а есть хорошие, и они могут соврать, что мы там все укрепили, прикрепили, хорошо очень. А кому вы соврете скорее, маме или папе? Маме. И тому, и тому.